Всем привет! Я Саня, рад приветствовать вас на канале нашего магазина PitBikeLand. Как вы уже могли заметить ранее, в нашем магазине представлен достаточно широкий ассортимент мототехники. Мы занимаемся достаточно широким сегментом, то есть это как питбайки, так и полноразмерные китайские мотоциклы, ну также квадроциклы, экипировка и тому подобное. Мы начинаем серию видеообзоров техники, которая представлена у нас здесь. Поэтому обзоров будет много. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, на наш Instagram, на нашу группу ВКонтакте, чтобы ничего не пропустить. Мы постараемся сделать их для вас максимально интересными. Поэтому надеемся на ваши комментарии, пожелания, критику и на всяческое участие. В первом видео мы решили провести небольшой сравнительный обзор уже полноразмерных мотоциклов класса 250. Это Motoland XR250 и BSE J1. Итак, друзья, перед нами один из подопытных сегодняшнего сравнительного обзора, топ-селлер китайских чукушек Motoland XR250. Краткая его такая характеристика. Ну что это у нас? Одноцилиндровый воздушного охлаждения двигатель 250 кубиков, стальная замкнутая полудуплексная рама, стальной маятник, значит, спецованные колеса 21-18. И фара для тех, кто любит прокатиться по темноте. А теперь, собственно, взглянем, что из себя представляет его соперник. Итак, вашему вниманию представляем BSE J1, новинка 2017 года. Собственно, с него все и началось, потому что совсем недавно он появился у нас в салоне и стал таким предметом повышенного интереса. Значит, что он из себя представляет? Тот же одноствольный воздушного охлаждения мотор, полудуплексная стальная рама, только уже трубчатая. Имеем спецованные алюминиевые колеса размерностью 21-18. Фара для тех, кто любит кататься по ночам. А сейчас хотелось бы провести такое вот, некоторое, не то чтобы сравнение, а выделение каких-то достоинств, фишек, недостатков, может быть, каждого из мотоциклов, потому что у каждого из них есть своя какая-то более положительная сторона и есть какое-то отсутствие положительных качеств, которые есть у другого мотоцикла. Итак, мы уже выяснили, что оба мотоцикла у нас имеют одинаковый объем, одинаковую размерность колес и прочее, прочее. Хотелось бы обратить внимание на эргономику, собственно, каждого из них. Если присмотритесь, то увидите, что Motoland у нас немножко выше, нежели чем BSE. Даже несмотря на то, что у них оба 21-18 размерность колес, как бы, но разный профиль резины. Вот с ростом 1,70 м, как у меня, мы покупаем Motoland, то нам получается немножко некомфортно даже его с подножки снимать. То есть есть некоторые такие нюансы. Если рост 1,80 м, то можно уже там и дотянуться до земли и комфортно себя чувствовать. В то же время, обратите внимание, в SE рост не меняется. Приспокойно садимся, убираем подножку и носочками дотягиваешься до земли. То есть для людей с более, как сказать, ну не то чтобы низким ростом, с небольшим ростом,
Вот BSE, в принципе, ну вот так вот мне кажется, что будет предпочтительнее. Это удобнее, это его ловить проще и так далее. Motoland все-таки по мощности он BSE никак не уступает, в принципе, оснащением тоже. Но его сегмент это все-таки райдеры с более высоким ростом. То есть там от 80 и выше. Вот, сейчас мы заведем наших подопечных. Вы услышите, ну, вообще, как они басят или поют, кому как больше нравится. То есть вот такой вот звук. С такой щелкающим звуком. Вот, сейчас для сравнения мы заведем BSE. То есть послушайте, как звучит он. Никак он не звучит. Никак не звучит BSE. То есть как можно слышать такой звучок у него, скажем так, более отрывистый, более басовый. Но вот мне такой больше нравится. Итак, на этом наш этот кратенький сравнительный обзор заканчивается. Если у вас есть какие-то пожелания к нам, что подробно каждую технику, может быть, расписать или на другую технику, какую с чем сравнить или описать, пишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, в группе ВКонтакте, в Инстаграме, да где угодно, любые наши контакты. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Так, гоняйте на питбайках, получайте драйвуху. Пока!